Чем вас несет там? Каким несет? А там от меня быки несет. Жаркий запах. Это женский запах? Ну да. А что вы здесь оказались? Нет, как оказался? Пришла, вот пишут заявление, чтобы приехала скорая помощь. Вот и прошу померить меня, пожалуйста. Да. А вы где живете? А где я? Кишинев. Кишинев больше? Да, вот именно, на посланнике, куда вы приехали, я отдаю. Пожалуйста, просто что-то говорю, у меня очень давление. У вас есть группа инвалидности? Да. Но тут своего нет. А? Ну, я не стою. По какому заболеванию у вас группа инвалидности? Нет. Чок не стоит. Да, но он сказал, что есть недавно, я на него не подписал. Я кроме шуток говорю, поменяйте ты мне заболевание. Где-то тут. Честно говорю, как зайти. Ну, что вы смеетесь, я дам руку. Я не команду. Не надо мне толкать, я вас не толкала. Что это за привычка, э? Померьте, пожалуйста. Да. Вот это уже другое. Пожалуйста. Пожалуйста. Ну да, пожалуйста. Кто у вас доктор? Ваш доктор. Узбей. А? Узбей. Кто? Узбей. У меня сердце сейчас остановит. Там на столько лично тоже. Ну, вас дома. Так я вам говорю, убей. Как вы? Один из своих больших. В Чине же куда протащить? Он. Чем вы мотали? Мой экстрим. Мой экстрим. Чего экстрим? Я как конведец. Фермер. Почему вы говорите, что вы на гуляете? Да, я напишу. Ну, я вам понял, что вы не надо мне скорую. Вот это вы хотели.